Привет, друзья! Вы на канале Wargame Gauss. Сегодня речь пойдет про скрипты в игре Space Engineer. Gauss, тебе слово. Привет, народ! Сегодня покажу, как сделать вот такой вот мониторинг ресурсов на LCD-панели. Для этого будем использовать скрипты, которые нужно включить в настройках мира и предварительно в настройках самой игры разрешить экспериментальный режим игры. Вот, на LCD-панели на большой нужна будет одна побольше и одна поменьше, одинарная. На большой выводятся руды, слитки и выход из ассемблера. Всякие пластины, трубы, решетки, в общем, такое. На отдельном экране показывается менеджмент энергии и менеджмент газов в реальном времени. По энергии видно, какие у нас есть, не какие, а с какой выход из генераторов. Максимально возможен, какой есть текущий, сколько у нас энергии сохранено, какое потребление батарей. И здесь вот пишется статус батареи, заряжается, разряжается и время. Ну, мы сейчас в творческом находимся, поэтому здесь не так динамично все будет интересно. Чтобы построить такую систему, нам понадобится, во-первых, таймер. Ставим таймер, программный блок и непосредственно панели. Так, для начала мы их переименуем. Так, у нас уже есть панельки, это тестовые. Та, которая побольше, мы переименовываем в LCD1, а поменьше в LCD2. Это можно в скрипте поменять, если увидите. Сейчас покажу. Так, таймер нужно настроить. Таймер нам будет дергать программный блок. Можно задержку настроить. Я ставлю на 1 секунду. Задать действие. Так, программный блок 3, наверное. Выполнить без аргумента и таймер начать. Пока мы его запускать не будем, сейчас я зашью код. Код будет в описании или по ссылке. Наверное, лучше будет создать Google диск, туда залить текстовый документ. Так, здесь мы все очищаем, вставляем код скрипта. Вот в самом начале в пункте Public Program можно увидеть название LCD-шек. Вот здесь вот их можно поменять, если не менять с панели управления. Вот, жмем проверить код. Он должен, компиляция должна завершиться успешно. Жмем ОК и жмем вот здесь вот рекомпилировать. Можно попробовать выполнить. Вот, скрипт сработал один раз, и мы увидели то, что у нас накидано в ящиках, в бочках. Так, сейчас мы солнышко настроим. Вот, ящики, бочки, в общем, здесь все видно становится. Но он не обновляется, потому что нам нужно запустить таймер. Жмем начать, и он будет раз в секунду или с заданной задержкой дергать программный блок, и мы сможем в онлайне это все наблюдать. Вот у нас генерируется кислород, водород. Можно по вкусу настроить цвет LCD панели. Я беру зелененький, вот такой вот, не очень яркий, чтобы он был не размытый. Нет, а 100. Так вот. Размер шрифта меняется в скриптом. Тоже в самом начале, вот здесь вот в пункте font size. 0.6 это так экспериментально подобрано, чтобы все помещалось на экран.
Можно с этими значениями поиграться, если не понравится. Собственно, и все. Была еще версия с сенсором, но я решил его убрать. Да, вот только хотел сказать об этом. Да. Такой таймер не сильно будет нагружать, так что можно. Он не сильно нагружает сервер, да, я правильно понял? Да, да. Так, ну вот такой вот мониторинг ресурсов у нас Гаус сделал, сам запрограммировал. Вот. Кому это видео будет полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, у нас будут еще какие-нибудь скрипты Гаус наделает, да? Посмотрим. До следующих встреч, всем пока-пока. Всем пока.